Театр, де можна приміряти на себе усі ролі і де вас у вашому виразі обов'язково підтримують. Це плейбек-театр. І саме про нього будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Отож, Наталія Мутик, засновниця плейбек-театру, тренерка, кондакторка. І Наталія Угай, актриса, сертифікована плейбек-практичиня, засновниця плейбек-студії, плейбек-театру, кондакторка, провідна тренерка. Ну, ви обидві і акторки, і тренерки, і разом засновували все це. Отож, розкажіть, будь ласка, що таке плейбек-театр, наскільки він зараз так увійшов у наше життя, що вже без нього ніяк, ну і взагалі особливості плейбек-театру. Так, скопичнемо. Ну, плейбек-театр – это театр импровизации, где, театр спонтанности, где нет заученных ролей, сюжетов. То есть все происходит здесь и сейчас. Собираются зрители, актеры, ведущий. Зрители делятся своей историей. И без подготовки актеры воспроизводят историю. Это очень удивительно случается и очень удивительно получается спонтанно. Дівчатка, пригощайтесь чаєм, і так, я думаю, розмова буде іще кращою. Глядачі можуть теж брати участь у виставах? Зритель, він непосредственно являється частиною всього происходящего, да, перформанса. Без зрителя не случится перформанса. Зритель рассказывает историю, а актеры ее воспроизводят, да, вот как импровизируя в моменте, да. А можно ж обрати историю, чи вы будь-яку историю можете поставить? Ну, мы можем воспроизвести любую историю, но она рождается в процессе. Нет такого, что мы выбираем. Вот вы рассказываете, а вы нет. Вот кто пришел и уже возле кто нас, перший? Да, кто перший пришел и сел возле кондуктора, возле ведущего выступления, он делится своим историей, своим опытом. И мы не говорим, все, нет, не будем. Вот, вот он, мы не выбираем, истории сами приходят. Пришла история, например, и кажут, что взагалі такие плейбэк-театры, они имеют арт-терапевтичную силу и возможность посмотреть на ту историю с другого боку. Да, и бывает так, что рассказчик, когда рассказывает историю, иногда во время просмотра человек, ну, видит со стороны, проживает ее заново и может найти для себя какие-то ответы или какие-то получить инсайты. И это вообще такая происходит общая такая, да. История, она рассказывается одним рассказчиком, но в зале есть люди, которые... которым тоже она откликается, эта история. И таким образом получается такой вот объединяющий эффект. Ну, есть окремо актеры, так? Чи можуть глядачі так само долучитися до вас і стати в акторську сферу і також зіграти? Нет, чтобы сыграть, нужно немножко подготовиться. У нас есть определенный репетиционный процесс, где мы сонастраиваемся друг на друга, как команда, как единое целое. Определенные формы, да, в импровизации есть формы. Формы – это такой баланс, как бы гармония между хаосом и структурой. Она позволяет наполнять ее. А вы кажете, импровизация, импровизация, немає нічого заздалегідь підготовленого, так? Ну, наполнение этой формы мы не готовим, мы только можем структуру, да, вот как правильно выйти, как правильно подать определенную историю. Ну да, есть определенный момент ритуальности, да, то есть это все действо, оно происходит, то есть четыре актера, они сидят на стуле, одновременно встают, задается форма кондуктором, и тогда происходит в моменте импровизация и игра. Чи може бути так напрацьовано, імпровізації багато, що ви вже просто однією згуртованою командою видаєте те, що потрібно? Так, мабуть, і є, чи від того, від чого це залежить? Результат? От імпульсу. Ми орієнтуємося на імпульс. Ми слухаємо, розказчик, актери слухають історію, імпатірують, да, розказчику, емоції,
считывают рассказчика, и на сцене рождается через импульс, через тело, идет импульс, процесс игры, да? Да, идет действие, которое, получается, в процессе рождается. Когда ты чувствуешь себя, свое тело, и ты как команда, как одно целое, сразу воспроизводится то, что даже глубже то, что рассказал рассказчик. Он может сказать какие-то детали, что-то на поверхности. А во время вот этой сыгранной импровизации, или, как вы говорите, через край, да, импровизации, актеры могут задеть такую глубину, и история может показаться, и рассказчик может сказать, это смешная история, а актеры могут почувствовать такую глубину и так ее сыграть, что рассказчик может прослезиться. Угу. А зараз в суспільстві вже багато років плейбек-театри існують, але можна сказати, що це зовсім таки нова сфера, це не той традиційний театр, до якого ми звикли. Отож, скільки йому років і взагалі звідки прийшли плейбек-театри до нас в Україну? В Україні, в Дніпрі. Уже 12 лет плейбэк существует. Первооткрыватели – это наши коллеги плейбэк-театр «Соседи», заснованник Роман Кандибур. Он непосредственно является и тренером в обучающем курсе. Да. Вот. Ми знаємо, запрошували пана Романа до нашої студії, він розповідав про себе. Та все з нього почалося. Але ж ми знаємо, що є ті люди, які приходять і яким справді дуже цікаво. І не лише вони приходять подивитися, вони приходять взяти участь, активну участь. Тобто там зайвих людей немає. Хто приходить, хто до театру має можливість заходити просто, а хто вже постійний ваш глядач? Ну, такой неоднозначный вопрос. Как бы я вот интерпретирую это как, вот кто может быть в составе группы, да, вот кто может быть, а кто может быть зрителем, да, вот в этой кто, мере, да, кто да? Бере активную участь, сидит постоянно и свои истории рассказывает, а кто здесь там может посидеть. Вы знаете, моя история в плейбэк начиналась с того, что я пришла зрителем. И я так впечатлилась, однажды рассказав одну историю, потом вторую, третью, что в один момент я захотела сама стать актером. Для этого мне нужно было пройти определенный путь, пойти обучающий курс, получить сертификат, потом, конечно же, найти свою команду. Потому что это очень важно, когда есть люди, которые поддерживают, есть базовые ценности, которые мы идем, стратегия вместе. А что вы несете с собой? Что несет с собой плейбэк-театр? Взагалі для суспільства, яка его мета, задача? Чем он корисний? Для нас это как служение, да, с одной стороны. Людям. Плейбэк он сплочает, объединяет. Придя на перформанс, на представление, каждый человек может почувствовать себя единого, да, одной такой... Можливо, командуючи, я не знаю, так? Ну, Наталя, допомагайте, сообщество, щоб хоча б зрозуміти думку, що ви хотіли сказати. А ще саме важливе в нашому сучасному обществі, не кожен може бути услышаним. От, коли ти приходиш на перформанс, виступлення, ти обов'язково будеш услышан. Даже если человек, который пришел и не поделился историей, но он мог услышать у другого такую же историю, которая откликается, такая же была у него на его жизненном пути. То есть он такой же прошел опыт. Ну, це такий психотерапевтичний ефект, мабуть, так? З цим пов'язано чи ні? Бо я запитувала вас, що несе театр в суспільство? Ну, смотрите, если рассматривать с какой стороны, если как, как основная терапия, я бы сказала нет. А вот если как такой источник того, что человек может проиграть свои эмоции, чувства, состояния, увидеть это со стороны, то есть проигрывает, не он выходит на сцену, а уже подготовленные актеры, которые дают возможность выйти этим эмоциям. Как отбываются ваши тренування, репетиции?
Я немножко так переживаю, да, опыт первый. Не хвилюйтесь, пани Наталья, ничего страшного. Репетиция у нас проходит еженедельно, мы встречаемся командой, у нас на каждую репетицию прописан план, какая-то тема, с которой мы работаем, да, то есть мы прокачиваем навычки. А какие навычки? Это треба акторские вміння прокачать, чи щось ще? Там много всего. Навык эмпатии, навык активного слушания, навык той же импровизации, той же игры. Ну, багато, це вже образного багато. Мышления, то есть это тоже как бы... Як розвиває театр, і чи можна сказати, що актори – це люди, які не пропадуть ні в якій ситуації, знайдуть себе? Да, потому что мы живем сейчас такое время, да, неопределенность, а плейбэк, он тоже как бы позволяет прокачивать навык гибкости, наверное, я бы так сказала, и вот благодаря... Таким нам, мы как бы маневренее, что ли, подстраиваемся под обстоятельства. Да. Жизнь, получается, приносит, ну, особенно с последними событиями, да, и коронавирус, и все это, ну, у каждого разные события в жизни, и они могут выбивать, а могут и нет, ну, смотря как, насколько устойчива психика. А вот именно плейбэк дает вот эту основу и опору, то есть можно идти с этим, смело шагать, да, можно чувствовать разные эмоции, при этом признавать все свои эмоции, да, чувства, состояние, ощущения, но при этом оставаться устойчивым. А, пані Наталі, це справді нібито зрозуміло, але якщо ти бачив, якщо глядач ніколи не бачив і не знає, що це таке, то трошки поясніть, розкажіть, як все відбувається і чи є в акторів костюми, як вони взагалі себе показують на сцені, що саме вони грають. Як можуть вони вийти до глядача? Ну, тобто усе те, та уся історія і та кухня, яка кожного дня у вас є. Да, у нас кухня это есть каждый день на репетиционном процессе и раз в месяц мы стараемся выступать. Когда идет выступление, у нас нет специальных декораций, у нас нет специальных заученных ролей, нет специальных костюмов. Мы выходим в обычной одежде, обычная, ну, это темный верх и темный низ с нашей эмблемкой нашего театра «Магнитон». Вот, рекламку. Да, не, простите. Вот, мы выходим, четыре актера на сцену, выходит ведущий, рассказывает, что будет происходить на сцене, какие будут события, сюжеты, и что вот сейчас, в течение часа, мы, ну, проведем вместе время. После этого мы приглашаем поделиться состоянием, чувством зрителей, чтобы сразу приступить к коротким формам. У нас есть короткие формы, есть длинные формы для выступления. Вот. Еще такая короткая форма, еще такая долгая. Короткая форма – это помогает импровизацию, да, чувства, основного чувства, состояния. Показать... сразу. Эмоции, да. Состояние, да. То, что сейчас вот человек может переживать, да. И это короткие формы, это больше еще такое, как разогревчик для актеров в начале перформанса. А скажите, вы такие серьезные завжди, так? Сумні? Чи як взагалі відбувається? Бо я так на вас дивлюсь, не можу зрозуміти, як у нас опыт первый в театрі, чи може бути иначе? У нас может быть по-другому, каждый раз это всегда по-разному, разный опыт, просто мы, да, у нас впервые на телевидении, первый опыт, и естественно, с волнения, а волнение сковывает немножко, поэтому так. Но а на выступлениях, вот как я и продолжу, вот от коротких форм, а дальше длинные. Длинные позволяют раскрыть историю более глубже, показать. Ну и рассказчик это может все эмоции, свои чувства, истории, которые вот... А какие истории рассказывают? Что наибольше вас вразило за последние часы? Чи была такая история, яка надолго запам'яталася, как вам, так и глядачам вашего театра? Ну, главный момент, чтобы история была о рассказчике. Это такое правило. То есть это может быть даже сон, это может быть мечта, это может быть реальная история, она может быть смешная, она может быть травматичная, разная история. Но главное, чтобы эта история была о непосредственно рассказчике, который рассказывает эту историю. Это условие главное.
Что тебе, ну, потім можна вже грати, так, показувати, що саме ви відчули. Чи проводили ви соціальні проєкти і чи готуєте щось до Нового року, можливо, щось святкове? Да, у нас є опыт участия в соціальних проєктах. Не в одном социальном мы в нескольких участвовали. Один из был для там Красного Креста, и очень, ну, лично меня так удивило, что люди помогающих профессий, да, скажем, они все равно полны ресурса, даже хоть и устают в своей профессии, но у них есть ресурсы. И мы при этом, когда выступаем, мы этот ресурс, ну, усиливали. А як? Це соціальний проєкт, так? Але плейбек-театр повинен був щось показати? Чи? Так, да, ми показували історії цих людей, як вони... Як вони працюють? Ну, були, так, да, які непосредственно в процесі... Ну, свої чувства і осознання цих людей, коли вони допомагали там другим людям. Ну, якийсь повинен роботи. Бути результат, повинен якийсь непоганий кінець бути. А да. можете змінити кінець, наприклад, з вашої історії? Чи ви тільки показуєте те, що є? Вот то, що є. Не надумывається, не придумывається. Історія розказана. Актери можуть йти в глибину, але це буде про рассказчики. Ну, дівчатка, наостанок, все ж свята наближаються. Да, да, і да. хочеться чогось такого... Мрійливо, захоплююче. Конечно, ми от 24-го просто Новий год, да, спасибо, Наталія. 24-го у нас намічається перформанс «Мандариновий бум» в 7 часов, ми дуже будемо чекати. Тематика – це наш предновогоднє настроєння, наше восхищення і очікування чуда. Мандаринки будуть, так? Будуть обов'язково. Обязательно. Ви обіграєте. Дуже дякуємо. Обіграєте мандаринки. Насправді, да. настрій повинен з чогось починатися. Якщо це ялинка, то ялиночка може бути прикрашена, це мандарини. Звичайно ж, Новий рік без цього ніяк. Я вам дуже дякую, дівчатка, що пригласили. Спасибо вам, що пригласили. Так, дякуємо за ті розповіді. І взагалі, що ми зрозуміли, що ж таке плейбек-театр, як він виглядає в нашому місті. І, звичайно, хочемо, щоб люди також долучалися, дивилися і активно брали участь у будь-яких проєктах. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.